Ребят, всем привет, с вами Lion Travel, и сегодня мы отправляемся к водопаду Белогорка плюс Бор-Улу. Наена, пару слов. Пойдет. Айдана, пару слов. Супер. Пару слов. Вот и все. Все, говорит, Айдана, пару слов. Поднимаемся. Идти к водопаду Белогорка составляет 1–1.5 часа. Высота этого водопада составляет 60 метров. Что делает его самым высоким водопадом на севере Кыргызстана. Разминку перед походом делать нужно обязательно, потому что то, что поход сам очень долгий, мышцы сильно напрягаются, и поэтому нужно мышцы чуть растянуть, суставы размять, и потом только двигаться в поход. Вот. Понравилось? Разминка понравилась? Ребят, знакомьтесь, это Расул, сегодня наш фотограф. Ну-ка, что, как получилось? Этот блог ведем Азиз и... Азиза. Да, так что, ребят, что сказать? Самого высокого водопада. Конечно, холодно, аж у меня нос замерз. Но там очень красиво, очень вот, блин, даже не, я словами невозможно описать. Лучше надо прийти и посмотреть своими глазами. Как вам? Как тебе водопад? Классно вообще. Классно? Супер, да. Супер. Вам водопад понравился? Да, понравился. Понравился? Круто. Круто? Круто, да. Приятного аппетита. Холодно? You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that. Что приехали в Бор-Улу, полчаса ехали с Белогорки, все поспали, выспались. Говорят, нужно идти 1.5 часа до Бор-Улу. Посмотрим, сколько у нас это займет. Я тот человек, тот, который будет купаться. Вода, говорят, ледяная. Вода ледяная просто. Прям, если ногу засовываешь, то до мозгов холод доходит. А этот решил туда... Искупаться. Яички окунуть, да? Вон. Вон туда. Вон за этой горой. Там еще одна гора. И за этой горой озеро. Серьезно. Все уставшие, потому что у нас еще впереди длинная дорога. А я обещал, не то что обещал, я просто сказал, то, что я буду купаться. Вода, говорят, ледяная, но... Чё, риск есть риск. Пацан, он специально приехал с Балыкчи, чтобы с нами путешествовать и с нами идти на поход. Он уровень не прошел. Капец, Азю облажался, да? Да. Вот такой вот. Юрты, в которых можно выпить ХМС. По-моему, литр стоит 150 сомов. А можно взять одну кружку, 30 или 35 сомов стоит. Вот так вот. Салас пэджа?
Кымыз канчадан сизде? Кымыз канчадан? Кымыз несе бе саватат? Биз да мындай. Аты ким? Тузик. Тузик, тузик. Ой. Чикосу балик. Чикосу. Чикони. Дай лапу, дай лапу. Лап, чимета. Всем привет. Меня зовут Айгерим. Я вместе с Eleven Travel уже с первого похода. Мне очень нравится. Я очень рада, что попала именно к ним в команду. Ой, ты так мило. За готов? Конечно. Конкретно потеем. Что могу еще сказать? Красота требует жертв. Надо искупаться все-таки. Как вам здесь? Красота вообще. 10 из 10. Бору да. Вообще. Вот эти вот холмики, типа Джайло. Очень красиво. Разноцветные горы, все зелено. Еще цветы в раз. Маленький остров, да? Какой-то маленький. На самом деле озеро очень большое. И очень глубокое. Очень глубокое, очень ледяное прям. Прям почувствовали своими. Да. Так что мы через даже неделю, да? Через две недели. Через неделю, две. Ну да. Это решаете вы, ребят. Хотите еще раз? Хотите с нами? Давайте, с нами веселее как-никак. Eleven Travel. Eleven Travel. Пока.